Привет, ребята, это музыкальный магазин S-Guitars и Weston F390C. Верхняя дека из фанеры, обечайки, задняя дека из фанеры, классические колки, которые можно на полоборота крутить, и тон не будет изменяться, вообще высота ноты не будет изменяться, а потом при повороте на одну тысячную там долю вас резко скакнет на полтона вверх. Накладки на гриф нету, гриф сделан из говна. Здесь стоит в бридже то ли дерево, то ли пластик, не знаю. Лады латунные, они сотрутся через год или два, практически в ноль. Все дребезжит, все сделано стрёмно. Но, в общем, все в традициях советских гитар. И, в общем, это официально называется фолк-гитарой. Единственный плюс этой гитары – ее цена. В районе 2000 рублей. Если вам нужно пойти в лес и немножко побренькать, и потом в лесу будет сыро, и вам нужно будет разжечь костер, это вам подходит. Во всех остальных случаях добавьте еще 1000 рублей и купите нормальную гитару. Слушай.